И связки с Queen of Pain, опять же, несколько Осталось раз. 10 секунд. Предыдущую игру они, в принципе, тоже благодаря этому выиграли. Я могу сказать, что Очередь это сил была тьмы как-то запрещает плюс героям. команды и сильная сторона, которую использовали. Но Данишбирс это прочитали и избавились вторым пикаром от Дарксира, также забанили и аппарата, на котором, в принципе, J4 играл, и Планедок берут Осталось уже 10 немного секунд. совершенно другой даже пик, не, немного другой. Взяли Тайдхантера для того, чтобы он собрал Осталось 5 грифсы, в секунд. принципе, против Сайленсера. Это очень хорошая идея. Ну и нужен какой-то Дополнительное персонаж, время. который будет неплох против Некра и вообще будет носить хорошее количество физурона, которого Клокверк не будет настолько сильно контрить. Возможно, кто соберет пику, Очередь сил например, тьмы Queen of Pain выбирает ему сможет героя. выпрыгивать, а кто-то вот нужен кэрри, который сможет как-то с когами бороться. Кэрри, возможно, которому стоит собрать Линкин сферу. Я вообще о Вивере думаю, потому что Вивер Да, может я тоже собрать думаю о Вивере. Линку и Пику, и, Осталось 10 например, секунд. он сможет от когов даже там те же самые таймлапсы и так далее. Осталось 5 секунд. Ну, посмотрим. Тут непонятно, на самом Я деле. думаю, что Планет Догам не стоит сейчас концентрироваться на Дополнительное лейнинг время. стадии, то есть не думать, кого взять, чтобы не кров согнобить, а взять себе просто хороший тимфайт. И по поводу Вивера я полностью солидарен с тобой, особенно если он соберет какой-нибудь Дизоль, они будут вообще с легкостью разбираться, или Диффузл Блейд. Да-да-да. Данишбирс, в свою очередь, сейчас будут думать о том, что они будут делать по вопросу Осталось 10 последнего секунд. пика. То есть по поводу именно отсутствия физухи и больше магического дэмэджа, они как Осталось раз-таки уже 5 придумали, секунд. да, вот эта вот разница в Некрофосе и ЛС, мы все прекрасно ее знаем. То есть Некрофос просто приносит... О, во, Денишбирсы Очередь молодцы. сил света Это очень выбирает грамотное героя. решение, взять себе еще и Шейкера. То есть вот он появляется тимфайт, они выучили уроки предыдущей игры, несмотря на то, что они имели хороший фарм, несмотря на то, что кор-герои получили все свои нужные артефакты, особенно Радианс очень ранний на Лондруиде, это не помогло, потому что Осталось тимфайт был 10 слабый. секунд. И в данный момент Данишбирсы решили, что тимфайт надо усиливать, взяли себе Осталось Нехрача и 5 Шейкера. секунд. Молодцы. И вот теперь у нас будут веселые тимфайты, будут зарубы лютые, и что самое главное в случае с Данишбирсами, у них есть двойная инициация, то есть две волны. У них есть и Клокверк, и Шейкер. И все это под прикрытием Global Silence. То есть если первая инициация под ракетку будет не самая лучшая, то вторая инициация сверху уже будет накрывать, соответственно, более... То есть уже по информации будет действовать, и, соответственно, с этим двойная волна приедет и хорошо сделает все. Что же самое касается, в принципе, Planet Dog'ов. У них и СК, и Tidehunter, что означает то, что первый залетает, дает какой-то, возможно, рандомный стан, возможно, и дает инфу, и уже потом Tidehunter по инфе действует с Ravage'ом и блинкает туда, куда надо. Вопрос только в появлении блинка на Tidehunter, потому что ты сказал, что он грифсы будет собирать, и я с тобой солидарен. И вопрос, когда будет у него блинк. У меня в Китае просто порой тайды, точнее, один тайт, например, собирал себе сначала грифсы, потом худ, потом медальку, а потом уже блинк на 40-й минуте. Вот, и это, конечно, было достаточно своеобразно, что именно блинка на тайде тогда и не хватало. Клинк с последним пиком от Планет Догов, и это одновременно с этим и хорошая лейнинг стадия, и реально очень больно будет Хестажироту на харде стоять, Шейкеру будет не совсем приятно, ну и, конечно же, сверху всего этого, это очень хороший, потенциально быстрый герой на сбор дэмэджа, потому что он довольно быстро себе выформит дизолятор, и уже с начала дизолятора он будет выламывать лица всем здесь. Поэтому мне нравится пик Планет Догов вот именно в этой карте. И, в принципе, Данишбирсы тоже достаточно симпатично смотрятся. От тимфайтов здесь будет зависеть 90% успеха. Особенно если брать предыдущую карту, мы увидели, что там вообще все 100% успеха зависели только от тимфайта. Но лично мне пик Данишбирс Осталось 10 почему-то в секунд. этой игре импонирует больше. И Некор на самом деле Осталось мне 5 секунд. нравится как персонаж. Не знаю, как зайдет он в этой карте, но узнаем мы очень-очень скоро. В любом случае, пока Планедок ведут, и теперь, если они выиграют вторую карту, они будут сражаться в гранд-финале против греков. Но мы надеемся на 2-0, да, потому что мы хотим гранд-финал посмотреть. 5 карт. Ну, нет, 3-0 там. Греки просто сейчас задоминируют и выйдут. Нет? Не знаю, мне, ну, я же говорю по той игре, что я видела греков, они в своем репертуаре, ну, играют агрессивно, но много ошибаются. Показывают крутую доту, крутые тимфайты, но тем не менее прыгать под Т4 это их все, вот просто, несмотря Ну, может, на на... гранд-финале они попроще будут Может играть. быть, согласна. Может быть, они все-таки это правда гранд-финал и уже борьба непосредственно за слот на International, и там игра будет чуть более, скажем так, серьезная.
Но... Слушай, я так понимаю, что у нас получается то, что Best of 5 финалы только в трех регионах, да? То есть я сейчас смотрю на Китай, в Китае не будет Best of 5, и на... А почему? Сейчас как? Скажу, я не понимаю. Потому что там два слота просто с плей-оффа. У нас же три слота на Китае. Вот, поэтому получается, что гранд-финал не нужен просто. Ах, вот оно. И то же самое касается СИА квалификации, то есть Юго-Восточная Азия тоже не имеет Best of 5. И кому же еще все... Best of 5 дать? Да. Вот. Так, давай prediction, пока у нас все равно пауза, ничего не будет. Ну давай, стоит. Давай, я еще Player with the most kills at 10 minutes. Ну, по логике вещей должна быть либо Квапа, либо SF, наверное. С другой стороны, некрочем хорошо стилить фраги и клингзом тоже. Сложный вопрос. Да, я поставлю... Тут либо SF, либо Квапа, скорее всего. Но я поставлю Квапа, потому что она более мобильная, а SF будут пытаться загнобить, не знаю. И SF, кроме этого, будет стараться подфармливать больше, нежели фраги да, делать. Да, Квапа и... более мобильна, она может... И... Я за Квапу или за, наверное, Клингза, но давайте поставим Квапу. Так, Total Number of Trees Destroyed by 30. Есть у нас тут сильные убиватели деревьев? Я не вижу ни одного. То есть сколько число уничтоженных деревьев? Сколько деревьев будет убито на 30-й минуте? Сколько будет срезано? Очень я поставлю 0.50, поступок. Потому что реально персонажи, которые типа Тимберсо или чего-нибудь подобного, отсутствуют. Player with the least death. Слишком мало умирать, кто у нас тут будет. Наверное... Несмотря кто выиграет, конечно, но... Пускай это будет Клинкс. У него есть Escape, он жирный после появления шестого левла. Или Некрофос. Не знаю, я считаю, что выиграют эту игру Даниш Бирс, поэтому поставлю на Некрофоса. Но еще я думаю, что Queen of Pain, в принципе, тоже она даже на прошлой карте тоже очень мало умирала. То есть больше всех убивать будет Квапа, а выиграют Даниш Бирс. Нет, до 10-й же минуты. Ну да, да, да. Ну, это до 10-й минуты. Total number of teleports. Yeah, хорошо. Consult. И... там много должно быть консолт, потому что станов дофига. Бурус, страйки, ревейджи, колпаки от Бэйна. 30 секунд до так начала. Что, до 25-й минуты? Больше. Да, до 25-й минуты. Я думаю, что 2. А я поставлю нормальное 0. Число. Ты по... В смысле? Хочешь сказать, что никто никому не будет канцелить телепорты при помощи станов на протяжении 25 минут? Да. Мощно, мощно. Я поставлю 2, вообще может быть и 3 с лишним, но давайте, давайте я ставлю больше. Ну сейчас окей. Посмотрим. Сейчас посмотрим. Кто из нас? Это единственная у нас позиция, в которой мы с тобой не, это, не солидарны. А ты кого поставил битва на третий? Начинается. На третий Некра. А ты? Я оставил тоже Некра. Не то чтобы я верю в Даниш Бирс. Слушай, это... Не то чтобы я верю в Докс, честно говоря. После предыдущей карты у меня вообще нет никакого желания что-либо говорить по поводу того, кто здесь выиграет. Серьезно, это ты жесть. Понял, да, теперь меня? Здесь нет фаворитов, я понял. Ты просто понял все, что я испытываю последние 2 дня. Но несмотря вот на это, я говорила про уровень, но несмотря на это, я еще раз повторяю, мне все равно игры нравятся. Эмоции они мне подарили очень много. Я прям не могу с ними совладать. Ну и давай пройдемся по линиям. На верхней линии у нас Некор сражаются против вместе с Клокверком против Санкинга и Тайдхантера. В миде тоже дабла на дабл Сансер и Shadow Fiend стоят против Бэйна и Queen of Pain. Ну и на нижней линии пока Шейкер против... Подожди, подожди, у нас на топе ФБ сейчас будет. Эйс, до свидания. Вообще, линии, короче, будут все выиграны Планет Догами. Вот мое предсказание. Потому что на топе, извините меня, СК вместе с Тайдхантером просто вообще зажигать будет весело. Да, не крачу, сильный лейнинг-герой, но ему будет правда сложно, потому что у него в саппортах Клок, который не особо здесь полезен будет. И что касается, соответственно, мида, Бэйн вместе с Квапой сильнее, чем Shadow Fiend с Сайленсером, даже несмотря на то, что СФ сделали, как всегда, при помощи Клоков нереальное количество душ. Но, опять же, тут 50 на 50 вполне себе возможный вариант, так что оставим мидл линии 50 на 50, и ботом выигрывает, соответственно, Клинк. И получаем то, что по факту 2 из 3 линий Планет Доги должны выигрывать, и, ну, во всем случае, 60 на 40 выигрывает там, 70 на 30, а мидл 50 на 50, так что... надеюсь, что, точнее, так что думаю, что собачки выйдут в хороший мидгейм с хорошими артефактами и экспириенсом. Ну, ты знаешь, так, кстати, у нас на топе был размен, практически забрали Сан Кинга, но Сан Кинг уходит, подхила у него уже нет, поэтому Мила будет отправляться на базу, заберет Баунти Ру, ну и подрегенится. На низу лежит дабл дэмэдж,
в миде, Queen of Pain и Pain. Ну, пока постоят по крипам, клопа немножко перекаясила. 11 на 5, ну и 7 крипов, непонятно, сколько там с когами у него было. Ладно, это уже не важно. На нижней линии, кстати, на нижней линии забавно, но по крипам Баунти Хант... О, господи, Баунти Хант... О, Боник, хотел сказать. Боник не опережает там намного. То есть 8 крипов у Шейкера, 10 у Боника. С левелом, конечно, будет более жестко. А тут отомстили Тайдхантеру. Угу. И счет 1-1. Дабл дэмэдж имеется у Райза. Можно сейчас поколупать немножко Бэйна. Там просто куски от него отлетают каждый раз, когда Глейб отлетает от Сайленсера. Райз идет, вот он. Вот, надо еще тычку. Ой, хорошо. Дабл дэмэдж. Правда, без Глейба почему-то. Вкачал Глейб, а не использовали Глейб. Ну ладно. Улично идет. Вот. О, нормально. Прилетело хорошо Джейко с Глейбом. Ну да ладно. 3 минуты, пока очень-очень пассивная игра. 1-1, Кристаж Ротан, конечно же, здесь будет терпеть на боте. Да, у него 11 цветов против 16 у Свифта, но с появлением там 2-й, 3-й стрелы. Так, вот он на мидл пошел размен. До свидания. 2 саппорта. Кто получил от этого больше? От этого получил больше SF. Он получил 252 голды. Сейчас, конечно, еще нам Fight Recap покажет. Но 252 голды это важнее, да, то есть получается то, что Planet Dogger разделили голду между Бэйном и Клопой, а SF получил здесь в одно лицо, потому что к этому моменту Райс уже умер. И для SF этот размен был в плюс. И в этот раз у Кейсера чуть позже ботало, чем у 747-го. В прошлый раз, если вы помните, он забрал ФБ, поэтому ботал он принес пораньше. А здесь, обратите внимание, уже ботал принес ему сайленсер и отпил немножко своего мидера. Поэтому Queen of Pain чуть похуже в этом плане ситуация. Однако ботал сейчас купит, как раз прилетел курьер на базу и уже себе несет. Так, у нас Коквек забирает Баунти Руну и Милан... Может стрять. Подкопа у него нет еще пару секунд. Шейкер, надо срочно давать фиссуру. Просто, ну, Бэйн красавчик. Он сейчас, конечно, свой спас жизнь ему. Ну да, спас, но сам умрет 100%. Его и Кога мы закрыли. Ой-ой-ой-ой, есть шанс маленький выйти из этой перетяги. Нет, он все-таки умрет. Да, курсу отдаст Райз. И теперь главное, чтобы не наелся. Хорошо, для Райза это приятно, потому что он получает еще топовый интеллект. А мы знаем то, что монопол у Бэйна это один из самых маленьких монополов среди интовиков. И вот ему инту терять вообще не хочется. То есть, это, знаете, этот типаж под названием не очень умный интовик. То есть вроде как ты должен быть умным, потому что ты интовик, но нифига, интеллекта там не очень много. Это как Crystal Maiden с ее монополом, это просто дичь. А не персонаж, особенно с нынешним нерфом ее Frostbite, Монокоста, стало вообще очень да. грустно. Хотя она все еще хороший персонаж и в Китае постоянно пикалась, ну, там раз 5 точно. А вот в Европе она пропала, в полуфиналах ее не было, по-моему, ни разу, и как-то... А потому что они упарываются в клока в этого несчастного постоянно, я не знаю, зачем. Ну, то есть, Клок, например, в Китае не является метой, и он там типа, ну, есть и есть, но это нет. Я понимаю, что здесь ПЗСФ хорошо заходит, потому что в Китае СФ просто не очень любит. Вот, и, ну, только на плей-оффе сейчас пикался пару раз, и, кстати, оба раза проигрывал. Вот. Но Клокверка забили. Наверное, 4 самых популярных персонажа — это Сан Кинг, Клокверк, Queen of Pain и как раз Шейкер. Вот, по крайней мере, в моих играх. То, что я комментировала. А у тебя какие? Ну, Лина еще вся. Лина была практически в каждой игре. Здесь же Лина, по-моему, была только один раз. И, по крайней мере, плей-офф. Потому что групповую стадию я буквально пару игр смотрела, там, прерываясь и так далее. Поэтому не могу сказать точно. А вот по поводу Лины... Ну, хотя мне Лина тоже очень нравилась. Там вся, очень много игр именно Лина выиграла. Вот этот момент, что она с Лотаром соло убивала очень многих персонажей, которые сплитили, потому что она очень быстро убивает этого персонажа и уходит оттуда. Даже засейвить никто не успевал. Хотя идут вроде байтить на Лину, да, а она настолько быстро делает минус, что байт, скажем так, не удался. У нас вообще мейн персонаж это Shadow Shaman. Shadow Shaman? Да, Shadow Shaman в Китае это must-have. Он самый топовый по пикам. И у него 58% винрейта. Это Чуан по факту, да, то есть он внес этого персонажа в мету, потому что он сам на нем ПКД катал и катает, потому что это второй после Рубика у него, или может быть первый вместе с Рубиком персонаж. И вот так случилось, что все переняли, и Шаман это must пик вообще. То есть 24 раза его пикали на протяжении 2 дней квалификации, и вот сейчас еще в гранд-финале тоже, точнее в полуфинале брали.
Это еще при том, что регион не закончился, то есть завтра еще один день. Это мы смотрим сейчас финальный день Европы и финальный день вообще всех регионов, а у Китая еще завтра будут игры, потому что они стартанули на один день позже. Вот, Кунка, Шаман, постоянные Никсы, постоянные Сенкинги, то есть у нас две главных четвертых позиции, это СК Никс, и там добавляется Кунка порой, и пятая позиция Шадоу Шаман по кулдауну вообще, всегда. Плюс аппарат довольно часто, и главная стратегия, которая именно вот такая метовая, это Void плюс ОД. То есть вот этот вот купол, и ОД настреливает, получает инту, туда же в купол дает эклипс, и там каких-нибудь взять аппаратов, взять кунку, и это все тоже в купол запихнуть. Это довольно часто встречалось. И второй типаж главной стратегии — это набрать жировиков, бриз, ДК и клинкс в одной катке, например. И тупо бежать и стрелять, вообще ничего не делая, то есть там, типа, никаких сложных... Вся же это был Виномансер, Бристлбэк, вот что-то, знаешь, такой Вайпер, и тоже была вот эта, в принципе, популярная стратегия, но вот Европа, по крайней мере, это Европа, полуфиналы, здесь совершенно отличаются пики, ну, Queen of Pain, вот, наверное, такой пик, который просто везде есть, и в Китае я видела ее пикают, и в Европе, и в СНГ, ну и СИА тоже очень-очень эту королеву более любят. Причем есть персонаж, который, например, является чисто только китайским, и на нем, в смысле, и в Китае на нем играют очень круто, это Бестмастер, то есть там что-то типа пиков, сейчас я тебе скажу, да, из 10 пиков вообще на всех квалификациях 5 раз он брался в Китае, и на этих 5 разах 80% винрейт. И, ну, в общем, Бист, в принципе, на всех квалификациях довольно сильный. У него там, сейчас я скажу, сейчас все регионы, Бист. Вот, да, во всех регионах его брали 12 раз, и у него 83% винрейта. И из них 8 раз его брали в Китае. То есть представь себе, насколько Китай его обожает, насколько его остальные не любят, и насколько он на самом деле полезен. Потому что, ну, почему-то его вот не хотят брать в том же самом европейском дивизионе, хотя он реально суперсилен. И если брать то, что нынешняя мета предполагает одну из главных стратегий в виде Ликана и компании пушеров, там типа Банша Ликан, которым шикарно заезжает Бестмастер на харду, то я не понимаю, почему он отсутствует. Те же самые М19, например, на опен-квалах играли только через пуш-стратегии и почему-то не брали Беста. Кстати, хочешь, я тебе расскажу интересную историю, пока у нас стоит пауза? Cool story от Милы, и вы готовы? Нет, вообще отказываюсь просто. Ну, у тебя нет выбора. Знаешь, почему называется команда Planet Dog? Ну? Это, на самом деле, достаточно интересная история. Ну, ты понимаешь, что раньше это была Продота, но за неделю до квалификаций владелец Продоты кикнул всех, кроме Гартера. Притом у Продоты, у этого состава, был гарантированный слот в закрытой квалификации. То есть игрокам пришлось играть уже четверым оттуда открытые квалификации, чтобы вот дальше играть в закрытых, соответственно, да? Так вот, планетарный пес — это правовладельца Продоты. Вот так вот решили отомстить игроки своему бывшему владельцу. Забавно, на самом деле, что они вот такую историю придумали. Я не знала, вот только что узнала, вот решила с тобой поделиться. Как ты вообще считаешь, это, ну, вот не очень, наверное, красиво за неделю до квалификации кикать игроков? Я думаю, может, вам многое рассказать про это Лил и так далее, когда вот он... Некрасиво — это то, что произошло с Эйсами и Хомами и Винксами. Вот там некрасиво произошло. Ну, намного там более это, некрасиво. Это произошло. Вообще, у меня просто нет слов. Там... Про это чуть-чуть обсудим чуть попозже, потому что отжимается у нас все-таки пауза, решили вопросы с компьютером какие-то, я даже на самом деле причем, не читала. Причем, что мне больше всего нравится, несмотря на то, что в ИХОМ теперь только два человека из Винкс, все равно ИХОМ начинает играть как Винкс. Это вообще не важно, там что, два человека, три человека, просто опять вот эти вот сумасшедшие пики, то есть у нас на каждой катке ИХОМ был как минимум один персонаж, которого в Китае ни разу не брали на квалификациях. И это вообще всегда радовало смотреть на них. К сожалению, они не вышли из групповой стадии. Опять же, карма делает свое дело. И несмотря на реально сильный состав, парни не смогли там одну карту выиграть лишнюю для того, чтобы побороться за переигровки, для того, чтобы впоследствии выйти на плей-офф стадию. Вот. Но снова пауза. Господи, вот что-что, но Китай у меня был в этом вопросе идеальный. У меня не было вообще ни одной паузы. И, ну, может быть, там, типа,
на секунд 20, то есть весь состав выкидывает, потому что они с буткемпа играют, и дальше. Ну да, у меня, в принципе, они все сразу приконнекчиваются, потому что сразу же заменяют интернет. Ну, Европа, что сделаешь? Что? Раньше такая ситуация обычно, кстати, была именно с Китаем связана, вот эти паузы, именно китайцы. С этими, с серверами. То есть у них обычно проблема была именно с тем, что, ну, сервера же отменит не Valve, сервера там отменит Perfect World, и у них бывают с этим серьезные траблы, но вот в этих валах все замечательно. Так что там именно не их личный интернет. И проблемы с серваками, если я не ошибаюсь, конечно. Ну и для нас там пинг. Вот сейчас я сижу, смотрю с пингом 40, а весь Китай комментировал, конечно, с пингом 200 с лишним. Это на самом деле не особо мешает комментировать, если слайд-шоу не начинается, конечно. Ну, вот когда ДПЛ комментировала, я там был ад просто. Не знаю, что сейчас там творится, потому что Китай не доставался. Я вообще, честно, вот, меня многие не любят Америку, а я, наоборот, Америку люблю комментировать. Там, по крайней мере, лагов нет, и игры забавные. В Китае, ну, как когда? Китай это... Сиа мне очень понравился. Вот прям на мой... Вот ты говоришь, у тебя Китай был самый лучший, вот у меня был Сиа, на самом деле, самый лучший. Ну, просто вопрос именно личного исполнения. То есть я не говорю, что там стратегии суперинтересные или суперразнообразные, как в других регионах. Именно личный скилл, да, вот, типа вот момент технических, там вот рейдж, например, поражать перед ТП. Это то, что не было вообще вот никаких подобных ошибок не было допущено. Ну там максимум, как кто-нибудь хукшотом промахнется или еще что-то там вроде. А все остальное, это именно личный скилл всех команд, абсолютно всех. То есть там не то, что здесь творится, какие-то команды отказываются от участия из открытых квал, какие-то там технические лузы, какие-то просто дисбалансные карты. Там же, в свою очередь, ну, то есть, например, и Home King, которые вышли из группы, которая является вторым составом их Home'ов, они вышли из группы и отделали LGD 2-0 на верхней сетке. То есть, ну, все очень-очень серьезно, и каждая команда, там буквально любая вообще, способна была победить и выйти из групповой стадии. Потому что там те же самые FTD, например, о которых особо никто не знает, они выиграли первый день 3-1, в салат обыграв самые топовые коллективы. Но во втором дне вот не получилось у них ничего сделать. Так что просто вот именно баланс. Баланс был крутой, все команды друг друга стоят, и у всех игроки именно, они реально видно, что проводят очень много часов. Если у нас, например, в CS любят проводить часы в десматче, да, это сразу видно, когда у человека натренированная реакция, и когда он именно вот сейчас, вот сегодня, у него пик его сил, да, что он не отдыхал там за день или за два до, или там неделю отдыхал, а именно всю неделю, там две недели подряд, там 150 часов нафигачивал в десматче. И это видно. И вот здесь было видно, что каждый из этих китайцев, они правда подошли к этим квалификациям, именно натренировав свою мышцу. Чисто вот техническое исполнение. И там было видно, что все на автомате от начала до конца делается от все пять. Ну, Китай всегда серьезно относился к вообще к тренировкам и так далее. И это мне очень в китайцах нравилось. Они на самом деле большие молодцы. Не зря все вот про Европу говорят, про СНГ. Почитать интервью очень многих команд, игроков, отдельных тренеров и так далее, что некоторые люди там просто не хотят работать, ищут проблему в ком-то другом, не хотят ее решать, а просто считают, что лучше кикнуть игрока, а не там работать над ошибками и так далее. Может, из-за этого пока и в Европе, и СНГ есть какой-то такой вот упадок. Ну, а у нас до сих пор стоит пауза, и на самом деле есть определенное количество минут, которое можно использовать. И как-то уже сначала были проблемы... Подожди, сначала же Planet Dog какие-то проблемы испытывали. Теперь у нас Danish Beers какие-то проблемы испытывают. Еще раз напоминаю, ребята, это вторая карта, и если Planet Dog ее выигрывает, то они будут сражаться в гранд-финале против Mousesports в формате Bo5 сразу же после этой карты. Там после этой карты не будет перерыва вроде бы даже никакого. Там дадут, кстати, 15 вот минут. Прости, что я тебя перебил. А ты когда на Юго-Восточной Азии сидела, какой самый популярный язык комментариев был в ингейме вот этих вот криков? Ой, определенно, жил до конца, как умер, как вот наши, 100%. Наши, реально, вот китайцы, Юго-Восточная Азия, Америка, все регионы, самый главный язык, все используют русский. Все, всё, да. Почему? Да. Неужели они реально веселее? Я думаю, что главная причина, потому что они еще не так достали, как китайский и английский, потому что они раньше вышли, где-то недели на две, наверное.
Вот. И, возможно, просто русские немного более свежо звучат. Но вообще, по факту, это реально, ну, настолько странно. Может быть, они лучше, веселее звучат, хотя, на мой взгляд, англоязычные по фановее будут. Вот. Но это все личностные такие вещи. Китайцы я не понимаю. Хотя, да, опять же, они тоже не понимают, что там, что они несут. Хотя, может быть, у них есть перевод какой-то специальный там. Думаю, нет. Уже все выучили. У нас же нету перевода вот китайских этих. Ну да, но я имею в виду, в смысле, может быть, кто-нибудь там создал, внедрил в клиент, я не знаю, может быть, нет. Может быть, они просто спросили уже у всех, как это переводится, потому что с русскими постоянно все играют. Ну, на одних и тех же серваках. Конечно, китайцы не очень, хотя я китайцев довольно много встречаю и на русских, и на европейских. На русских? Серваках. Что же, где ты играешь? Вообще, на каких русских серваках? В смысле, Россия — это второй Китай, если ты не в курсе. У нас там население китайскоязычного нереальный совершенно объем. Причем ты живешь даже к ним ближе, чем я. Не знаю, вот, я, честно говоря, вот я играю в основном на Европе, и с китайцами я, по-моему, ни разу не играла. Ну, прям вот не было такого. Процентов 10 каток с китайцами. На русскоязычном вообще не проблема. Если даже зайти на Йота-арену, например, в Москву, вот, и посмотреть, кто там сидит, катает, шпилит во всякие доты, лолы и так далее, там, ну, процентов 10 компов заняты китайцами. Но те, кто там шпилит, они, возможно, как бы учатся в Москве и так далее, ну, и да, они, да, знают, конечно, русский. Это люди, которые живут, я говорю, Россия — второй Китай, у нас довольно ты много про... китайских я поняла, что ты, да. Да-да-да, я... Да, да. Ясно. Переподключается, Игорек, наконец-то, 747-й, ну и... Это значит, что у нас все-таки будет продолжение. Они решили дать передохнуть комментаторам, передохнуть зрителям, передохнуть игрокам. На самом деле, я все-таки надеюсь, что система квалификации будет немножко переработана. Я считаю, честно говоря, даже дело не в том, чтобы растянуть. Мне кажется, может, стоит сделать немножко меньше команд в закрытой квалификации, чтобы пускали. Это сделает, во-первых, игры в закрытых квалификациях более зрелищные. И, конечно же, уровень игры там будет сильнее, то есть на опенквалах будет вообще заруба за рубль. Поинтереснее. Ну, посмотрим, как все будет в следующем году. Пока у нас идет вторая карта, еще раз напоминаю, и это финал лузеров. Играют у нас команда Planet Dog против команды Danish Bears. Planet Dog первую игру выиграли. Если они сейчас побеждают, они встречаются с Mouse Sports в гранд-финале в формате BB5. Ну и пока пятая минута матча. Небольшое преимущество по золоту имеется у Planet Dog. У них, в принципе, ситуация следующая. Queen of Pain немножко отстает там от SF, примерно идентичная у них ситуация. Tide Hunter. Тут у нас, подожди, на Дрифо ганч от Ноя. Он закрыл его в скоге, использует батарейки. Очень много дэмэджа Дрифо сейчас получает, и он все-таки бронесапом отхиливается. Все с ним будет, наверное, нормально. Но Фиссуру бы, Фиссуру, отлично, отлично. Фиссура прилетел на Дрифо, тот откидывает пакет на голову Клокверку. Пакет хороший, полиэтиленовый, тем временем Свифт получает достойно себя, пытался уйти под инвизом, не получается, и вот теперь уже Свифту плохо. Хотя Джейфо пришел на помощь, Кейзер, Соник Вейв ни в кого, боже мой, как можно Соник Вейвом в двоих не попасть, ни в одного из них, точнее, это минус Клинкс, минус Бейн, еще и Кейзер Ростон сделает тэп-аут. Если бы Кейзер попадал там Соник Вейвом и Скримом, то это было бы минус 2 в пользу Планет Догов. Но бывает, опять же, да, нервы, усталость, вот это все, прекрасно понимаем то, что в любом паблике Кейзер бы всем, по всем бы все попал. Но это не паблик, это ответственные катки, и понятное дело, что ошибки должны быть. Но это было важно. Ну, такая ошибка, скажем так, опять же, знаешь, а-ля Рейдж. Ну, тут, хотя, ладно, Рейдж — это просто вообще, не знаю, подожди, почему. Мило на топе тут, да, веселится против Сайленсера, сделает тэп-аут, да, все. Продолжай. Свифтендинг, когда Рейдж не прожал, когда телепорт тоже там был такой... Ну, это вообще был, типа... Это как я даже не знаю, как описать. Как будто я закуплюсь попозже в мид. Не сейчас, а потом принесу вещи. Забыл закупиться в мид. Вот что-то в таком духе. Ты же ничего не теряешь. Тут ситуация немного другая. Мисклик, я не знаю, не отменился изначально, но... Странно, кстати. Да, возможно, сказывается усталость. Тем более, игры у Planet Dog были все очень сложные. Я уже говорила, что они там некоторые игры невероятно перевернули, поэтому, может, столько удачи, столько терпения, там, это слишком много для них. В любом случае, пока у нас погибает, кстати, Клинк, собирает его Ной, и пока именно он лидирует в нашем игроке, игрок, убивший до 10 минуты больше всего героев. Эх, Квапа подвела. Квапа должна была там, да, получить, да, да, эти два фрага, и тогда бы у нас предикшн первый бы выполнился. Это реально странно. Что касается
Лейнинг стадии, уже 8 минута, можно подвести очень простой итог, да. Мои предикшены были неправильные, потому что мидл был 50 на 50, как я и сказал, а топ был отдан на откуп Некрофусу, он на фрифарме остался, из-за этого Клоквер начал ротацию, и начал ротацию он на ботом, и из-за этого убили два раза Клинкза, который обязан был выигрывать свою линию в Салатину. И вот именно выход этот ботом, проигранный Кейзером, подождите, да, он сейчас смог ганг, но это вообще просто будет изнасилование Shadow Fiend'а. Нет, не будет, он ушел. Он чувствует. Не, он ничего не чувствует, он закончил фармить крипов просто и переходит на ботомный лес. Это, ну, простая перетяжка от него. Слушай, да, да, но может погибнет Сенсор? Он ничего не знал. Сенсор? Не, Сенсор не погибнет. Они не будут ради четвертого левела саппорта дайвить за вышку. Это просто абсолютно верное решение. Так оно должно быть. Сефу повезло, значит, это уже просто тоже везение. Когда добиваешь крипа. Тем временем, ну, я, кстати, сделал перетяжку на топ. Сейчас будет, судя по всему, ганг какой-то против либо Свифта, либо 33-го. Потому как и уже коса имеется, и убивать всех можно с легкостью. Да, хукшота нету, но это не помешает ему просто прибежать на тракрилла в кого-либо и прикончить. Но тут есть еще контр-инициация от Милана, поэтому если кто-то выйдет на Тайдхантера, то все очень будет грустно. Ну тут Ревидж, тут, во-первых, сейфтендинг, то есть тут два кор-героя, и с другой стороны, у Шейкера имеется саппорт, имеется телепорт, и если что, он может прилететь в мид и как-то помочь. Еще раз напоминаю, что глобала еще у нас нет, точнее, у Даниш Бирс, и так что если нападут, Некро... Но Некро, посмотри, какой он плотный, у него просто три брейсера. Угу. Трехбрейсерные некрофосы — это новая мета, походу. Так, что-то вот. Интересное. Не знаю, в чем фишка. Нет, он просто, Атос он... будет делать. Ну да, Атос, но тебе не нужен три брейсера, чтобы Атос делать. Ну, может, это... То есть один драм, один Атос? Да. Ну, это вариант, конечно. Но вообще так многие собираются, то есть по ну, делают какой-то там либо Атос, либо драма, а здесь он решил и Атос, и драма. Ну, уже видно, что драму он точно будет собирать. По поводу Атоса мы узнаем после драмов. Как только соберет. Кстати, цепанули у нас Шейкера. Но Сан Кинг, будет ли подкоп? Здесь, в принципе, и свифтендинга дэмэджа хватает. И это минус Шейкер. Хорошо, все сделаем. Надо сейчас максимально напрягать ботом тавер в плане Когана. То есть, если они сейчас будут просто-напросто фигачить тавер, сразу же будут определенные перетяжки. Ну и то же самое, в принципе, должны пирсы исполнять на топе. То есть, эйс должен поднапрячь товырочек. Тут рядом находится Клоквер, если что, поэтому... Даже если Тайдхантер захочет инициировать, то на этом от этого ничего хорошего не будет. Ну и SF просто, как всегда, подфармит вот этот подлесок. В этом вопросе, кстати, DR-сайт является очень-очень сильным. Из-за того, что Ancient крипы на одном из кемпов находится на лоу-граунде, и ты можешь любым рейджевиком, не получая практически никакого дэмэджа, фармить этих Ancient'ов. И это очень-очень большой плюс для DR-сайда. Кстати, если раньше, да, мы помним, постоянно Radiant сайт был сильным, то теперь DR-сайт вообще просто жесть. Но, у Radiant сайта есть свои плюсы с точки зрения стакинга, потому что очень много компов, которые можно стакать одновременно два, имея персонажей, которые могут хоть немножко подспамливать, типа Vengeful Spirit ее с ее пиром или какие-нибудь Shadow Demon'ы с Poison'ами или еще что угодно. Вот. И так что плюсы есть везде, но именно с точки зрения Ancient крипов любой рейнджевик получает от этого нереальный бонус, и это очень-очень приятно должно быть сейчас для SF. Хестажерот, он на пути к блинку, сколько ему косарь остался, меньше косаря на самом деле осталось, и вот Хестажеротону надо сейчас, чтобы его прикрыли максимально, чтобы ему давали фармить, потому что от его блинкдаггера зависит инициация команды Даниш Бирс. И, ну да, конечно, вы скажете, что еще имеется хукшот, да, но нужен и блинкдаггер, и хукшот, потому что один хукшот здесь рассчитывать нельзя. Да, у планетогов очень много ответных станов, еще и заявленный. Ревидж, Санкинг ГГ, да. Отправляется в таверны. Не знаю, зачем они использовали глобал, если честно. То есть они там... А зачем? Ты не любишь затыкать рты всем? Ну, там, в принципе, не подходил Тайдхантер, там... Да, никто не подходил, но вдруг заткнут рот лишний раз. Ну, это же приятно. Ради удовольствия чисто. Так вот, значит, что приносит. Нажал на кнопку R, получил удовольствие. Просто Даниш Бирса не особо собирается сражаться, я так понимаю, в ближайшее время. Ну, они вот, смотри, сейчас... Нет, глобал бы сейчас был бы полезнее, согласен. А вот сейчас глобал был бы очень пополезнее. Да. Ну а вдруг контр-инициация? Они не видели Кейзера, поэтому они использовали его. Это нормальный ответ.
Но мой ответ будет просто ради удовольствия. Так вот, ради удовольствия они сейчас потеряли своего карри-персонажа. Может, они не любят зеленых дедов? Я не знаю, почему... Ну, реально, Сенсор, может, перенервничал. Все допускают ошибки. Я тебе говорю, они не видели место расположения Клопы и остальных персонажей. Они думали, что есть шанс, что кто-то на них выйдет. Соответственно, с этим этот глобал был прожат просто потому, что не было шансов. Я полагаю. Вот. Это нормальный ответ на вопрос. Другого не будет. Я думаю, что мы просто ничего не сможем придумать. Тем временем топ занесли, и одновременно с этим Хэст Жирот, он пытается дофармить эту вышку, и у него появится Блинк Даггер. И вот с этого момента Дэниш Бирсы могут пытаться в тимфайт. Внизу забрали, да, Тауэр хорошо, Клокерк с Хуршотом хорошо, Глобала нет не очень хорошо, Некар погиб тоже не очень хорошо, ну и знаешь, пока Планет Дог они даже вот с Ибейна как-то реализовали, 4 ассиста имеется пока у Джейфо, и несмотря на то, что да, я в принципе согласна с тем, что ты говорил на стадии пикабанов о том, что Бейн сейчас совершенно не метовый персонаж, но вот решили именно его использовать, и пока даже более-менее у них получается это сделать. Тайдхантер, вообще, по-моему, Рэвиджа у нас еще ни разу не было, и здесь, кстати, обрати внимание, что он собирается... Смотри, что с Кейзером сейчас будет, его просто в 4 ствола сейчас изнасилуют, несчастный Кейзер, он все по речке там свои ножки макал в водичку. Все с ней было хорошо, приятный бриз, знаешь, такая ночь, все замечательно. И тут вдруг на фиссуру в лицо просто и тебя в землю втаптывают несколькими. Толкают ударами. Когами, бьют рейзами, да, и фиссур, да. И палкой и по голове. Какой-то хрен, да? С душами начинает тебя наваливать. Эх, Квоп DC, окей. Она просто он всех. Да, рычки. Так СФ тоже. Они вдвоем. СФ просто понял, что есть время, чтобы реконнектнуться, поэтому взял эту паузу. Решили немножко отдохнуть. Ух. Ну вообще сейчас будет весело определенно. Сейчас должна игра ускориться очень жестко, потому что Дэниш Бирса имеет весь потенциал для тимфайта. И то же самое касается Planet Dog. То есть нет ни одной команды, которая бы доджила постоянно тимфайты. Но единственное, только Линксу нужно немножко быстрее фармить, потому что у него 4600, его перефармливает его собственный Тайдхантер. И это все произошло из-за того, что он потерял линию на боте после двух смертей подряд, которые могли не случаться. Так что по факту Свифту игру сейчас немножко подпилила та самая Квапа. Но у Клинкза уже есть медалька из Соло Ринг, и скоро будут диффузалы. И вот я бы, конечно, был бы за дизолятор, но диффузалы тоже достаточно хороший артефакт на этом персонаже. Ну, опять же, Некарта. Да, 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 я согласен с тобой. У Некро Гост сжимать, точнее, сбивать хорошо. Хэст Тежеротан. Фиссура. Просто представь себе медальку и дизоль. И это все лицо, в лицо СФу. Это я бы снимал бы для сайта Портрап такое видео. Как же, ай-яй-яй, на самом деле заслипли у нас Кокверка. Его начинают кушать, Global. Но глобал в этот раз. И имеется у Шейкера Эхо Слэм. Закрывают Тайдхантера, но и проблемы. Фиссура от Шейкера. Добивают здесь, конечно, Клокверка. Ну и дальше бежать за Шейкером. Шейкер, подкоп от Санкинга. Шейкер отправляется в таверну и сбивает его здесь. Свифтендинг. И это минус 2. Притом 2 фрага достается как раз Клинксу. Слишком далеко гнались за ним вместе с Шейкером. Думали, все сейчас будет хорошо. И Финсгрип сбили. Однако, даже без Ravage Тайдхантера выигрывает замес команда Planet Dog. А вот да тебе вот и Ravage. Да. И Минаж Сайленсер очень быстро. Нет, Сайленсера не добивают. Из косы еще разбираются с Queen of Pain. И Сан Кинг также минус. А тут на развороте Дэниш Бирс показаны, что не так-то все легко будет на этой карте. Казалось, только одна команда какая-то берет и делает хороший мув, как сразу она либо потом верит в себя и ошибается, либо вторая команда отвечает тем же. Непонятно, кто выиграет эту игру, и хотя тут вообще никогда, я еще раз буду говорить, ребята, не ставьте на эти матчи, никогда. Да не, ну в смысле, на большие кэфы можно просто зарандомить, что нет. Нет, ну, знаешь... То есть, если хочется словить что-то веселое. Тут именно не совсем правильно сказал, не испытывайте, не по существу. Короче, если вы логика тут не поможет. Если вы считаете то, что надо по логике ставить и делать все правильно, то не надо. Да, логика а тут не поможет. Если вы просто по фанчику рубите и пытаетесь словить классный кайф, то это тот регион, который для вас хорошо заезжает. Анализ Америка, пиков например. Тоже не поможет, анализ банов ничего не поможет. Поможет только удача вам.
Не, ну в смысле, есть, например, нормальный анализ пиков под названием «Пришнули у Бэйна, сражу ответ Сайленсера, и хопа, и Бэйн совершенно бесполезный кусок фиолетового мяса». Может, он разводит нас на глобул, может, это специально сделано. Это главный разводитель на глобул с помощью ульта, да? То есть у тебя есть персонаж специальный, саппорт офигнул, который... Саппорт. Нормальная тема, нормальная. Не, на самом деле, просто реально хороший пик Сайленсера против Бэйна, заход штатной, поймали Кайзера, хватит дэмэджа. Да, Сайленс, сейчас коса полетит просто. Косо! Ему давай туда засуньте, нас сунули. Она уже практически... О боже, боже, какой Бэйн! Ё-моё, Джейфо, ты сладкий. Да, конечно, Квапа умерла от нейтрального. Но это... Так, я, кстати, держу себя в руках. У меня чайник вскипел в голове сейчас просто. Так, Милан, умрет ли? Два Кайла. Шадоуфин получает стан. Но я все-таки найдет, даст слизовый зал уже после того, как Милан вышел из инвиза, но это не важно, на самом деле и дальний койл хорошо от 747. Боже, что вообще сейчас происходило. Но J4 просто красавчик, я готов этому белорусскому бойцу пожать руку, потому что этот пакет к вапе спас ее от того, чтобы она сидела в таверне намного Слушай, больше, чем положено. Может, это и было, для чего его убрали против Некра? А? Против косы Некра, которого они не видели? Хорошо, ладно. Пик. Окей, потому что, по-моему, ну, Некрач вроде был последним. Четвертым пиком он был. Да, точно. А Бэйн был раньше. А Бэйн был третьим, если я не ошибаюсь. Или вторым вообще. Вот, поэтому, конечно, не против него. Ну, а может... Подожди, я еще придумала. Смотри, а может они знали, что будет Некр? И специально до того, как взяли Некра, они законтрили его Бэйном. А? Вот это... Слушай, я понимаю. Вот это камбэк. Не, на самом деле они взяли его за счет того, что они хотели выигрывать линию против SF. Они просто хотели Бэйна. Потому что Бэйн хороший лейнинговый саппорт. У него тычка с руки сумасшедшая, у него брейнсап, соответственно, чистый урон. И вообще, в принципе, подхиливает его Райс, тем временем он трет от дипузала Фрингза, ну, в смысле, вообще, в принципе, это за и по замедлению Свифта. А тут момент такой, что... Ой-ой-ой-ой-ой, что это там умирает у нас? Что-то команды не хотят 5 на 5, они хотят отдельно всех убивать. И потенциал, что у одной команды для этого хороший, что у другой. Абсолютно верно. Разменяли, получалось, у нас Сайленсера в миде отдали на Тайдхантера, но Тайдхантер гораздо более важная цель, и герой, за которого все-таки чуть побольше денег получают у нас ребята из команды Danish Bears. Даже сравнить 350... Хотя вот посмотри, пожалуйста, 350 золота они получили за Тайдхантера и 370 за Сайленсера. Как такое возможно? Верхнюю башню сил света. У Сайленсера... Подожди, мы ответим на этот вопрос, когда посмотрим момент с Кейзером. Мы не посмотрим. Так. Не посмотрим. Не. Кейзер просто сделает блинкаут. А в чем там разница была? Посмотри. Убийство Сайленсера и убийство Тайдхантера? Да, 370 за кого золота дали больше? За Сайленсера. Серьезно? Ну, 372 золота за Сайленсера, 350 золота за Тайдхантера. Я не совсем понимаю. Там разница никакая практически, ладно. Она, ну, все равно за Сайленсера больше, хотя этого не должно быть. Сайленсер саппорт, у которого находится на второй позиции снизу по нетворсу, он пятая позиция, а Тайдхантер третья. Возможно, количество убивающих это решало. Ну вот, здесь его забрал Клинк Соло, да? Соло, да, противник забирал там втроем, допустим. Так, эйс. Эйс не спасется даже при помощи Сайленса, кроме этого он прожал гост, но сразу же получил диффуз. Так, но я, хорошая контринициация, Коги на двоих, но все-таки со мной тоже приговорен сейчас был. И костожиротные компании вынуждены будут отступить, и кроме этого дабл дэмэдж на Кейзере все еще имеется, он влетает еще и в Райза. Райз тоже погибнет. Не, он 100% умирает, даже несмотря на хорошую фиссуру. О, Динай, какая красота! 747-я красавчик, конечно. Ой, сладкий просто, да. Ну слушай, Бэйн пока катку выигрывает, он даже финсгрип не потратил, понятно? Тащит. Нет, вообще я еще не поняла момент, если честно, с Некром. Он не прожал, то есть он прожал вот гост, и он не успел прожать 17 стиков в гост. То есть он бы там нормально так отрегенился, если честно. И он точно успевал это сделать, потому что он начал, типа, я же видела, как... Хочешь сказать, что у него до этого не было станов, типа, и он... просто сам выдержал время, когда у него был лоу хп, нажал гост, и нажал стик, потому что не успел. По-моему, его там чинить станили, если я не ошибаюсь. И вот только в самом конце он вышел из станов там и нажал гост. Возможно, но он успевал и прожать стики в любом случае. Ну, не знаю. Ладно, погиб, хорошо, но просто я уже второй раз вижу, что он не прожимает стики, поэтому я эту тему и подняла.
такая, потом там реально 17 стиков, то есть 17 стиков у гостя там, ну, нормально он отхиляется и будет жить, а это как раз главное, в принципе, его и задача в том моменте была, постараться как-то подтянуть замес, чтобы команда подошла, но команда не подходит, команда пока... Давай посмотрим вообще, что сейчас нужно Danish Bears, чтобы сражаться со своими оппонентами. У них небольшое преимущество есть, мне кажется, это для СФ БКБ, которая вот сейчас себе 747 нафармил. У Клокверка, в принципе, то, что ему нужно, есть. Кстати, смотри, они прожимают смоки и сами идут кого-то искать. Глобал будет буквально через 10 секунд. Байтят, возможно, на Некро, потому что стоит на топе и как бы призывает прийти. Здесь вард, уберите, если что. Уберите меня, я хочу умереть. Ну, он старенький, я уже. Я старый дед. Так. Это так он призывает, ну, как, чтобы, ну, чтобы его призывать? Ну, он просто стоит один, понимаешь, как бы такой... Да-да-да. Тот момент в том, что его не пойдут убивать, потому что надо сначала принести... А-а-а, Тайдхантер, ты мой сладкий. Я-то думал, сейчас будет блинк-даггер две штуки. То есть Милан купил себе блинк и смотрю на Тайдхантера, у него оставалось там буквально 50 голды до блинка. А он знаете, что сделал? Медас купил. Да, на 23-й. На Тайдхантере. Обмазываться сейчас будет голдой там просто. Ох, какие тимфайты, забейте просто, забейте там, какие мейки, пайпа и медас после аркана еще сверху. Он после пайпа купил медас. Да, да, он сейчас купил медас. У него, я тебе говорю, были деньги на блинк-даггер, и вместо блинк-даггера он покупает медас, потому что он жесткий тайт-хантер, и арбузу нужны деньги, понимаешь? Надо обмазываться. А если потому что сейчас, они на ХГ сейчас противник на ХГ заходит, но это не важно, забудь. То есть медас поможет, да? Медас, конечно, он, смотри, он сейчас блинкается. А, он не блинкается, простите. А, он сейчас заходит в толпу людей и нажимает Медас на Некрофоса. Некрофос умирает. Изи. Медас на Некрофоса. Хорошо. Некрофос же долбанный крип, все же знают об этом. Ну, опять ты намекаешь на возраст Некра, да? Потому что он конечно настолько старенький, что буквально пару раз его ударишь, и все. Все эти, знаете, что-то старенькие, да удаленькие. Как ты скажешь? На самом деле игра настолько веселая, что тут даже ну, нечего обсуждать, поэтому приходится наблюдать за медасами Тайдхантеров. Не, вообще крутое решение, потому что он-то вынесет себе этот блинк совсем скоро. А так и так, все равно 33-я его команда бороться сейчас против СФа не могла, потому что, ну, Аегис. И раз ты не можешь драться, то зачем тебе файтовые артефакты, если ты можешь купить себе тот же самый медас и выформить себе больше немножко попозже. То есть рофл рофлами, а его решение может на самом деле изменить вообще ход всего сражения, ход всего, всей катки, и не в его минус, а вполне возможно даже в плюс, потому что у него появится довольно быстро сейчас блинк-даггер, косарь остался, даже меньше, чем косарь, а потом и Шива, и все остальное, что будет добавлять удовольствие в тимфайте. Но, с другой стороны, реализация БКБ от СФа должна сейчас прийти, и она приходит. Пакет на голову, в АПе, ЮУ, себя и блинкаут. Нет, простите, не блинкаут. Даже косу не завязал он Некрофос, решил, что ну его нафиг, все равно умрет. Ну что же, и Квинофлейн погибает без пайбека. Это шанс для команды Danish Bears зайти на Рошана. И это первый Рошан, который в этой игре упадет, если упадет. Да. Хотя они, в принципе, могут догадаться об этом. И зная, что нет глобала у команды Danish Bears, подраться. Мог бы запрыгнуть туда Тайдхантер, если бы у него был блинк. Если был бы блинк, а не медас, да. Но пока не может он это сделать. Санкинг имеет блинк, кстати, и есть у него эпицентр. Неужели они просто дадут Рошан и не будут за нее драться. Хотя если бы они поразвлекали. Ну, короче, эту катку слил не блинк-даггер, точнее отсутствие блинк-даггера на Тайдхантере вот прямо сейчас. Точнее, не катку, а Рошана. А Рошана слил не блинк, не Медас. Рошана слил Аквапа. Так что к Медасу нельзя придираться сейчас на Тайдхантере. Не, вот если честно, я понимаю Тайдхантера и Медас на этом персонаже. Вот я не являюсь хейтером, на самом деле, вот этих Медасов и так далее, потому что игра для команды Planet Dog очень важная, и они, когда играют очень долго, практически всегда выигрывают. Как то в Турон там пойдут, то еще что-то. Поэтому может он говорит, так, ребята, у нас. Но здесь лейт очень вопросительный лейт на самом-то деле. Так, хукшот, Бейн, до свидания. Ну, Бейн еда уже сейчас, конечно, на этой стадии игры, особенно если брать, что у него артефактов нету, просто-напросто вообще ни одного. И залетает на тайда. Очень много прямиком туда. Касса. Села Милан, кстати, на это все дело смотрит из лесов такой. Ну и ладно. Ну и хорошо. Зашли на ботом вышку. Зашли. Хорошо. Отдали двух. Нормально. Бывает.
Ну, они, во-первых, странно, честно говоря, сейчас действовали. То есть они идут на Т2 Тауэр. Первое. Они что думают, что ребята из Данишбирс не собираются драться, потому что... Верхнюю Хотя у башню них есть силкинга Аегис. атакуют. То есть у них уже преимущество, имея Аегис. Типа это называется сплитпуш. У них кейзер сплитит топ, они сплитят бот, они пытаются не потерять время. Кстати, у нас это стоит, у нас свифта есть, БКБ прижимается, Клинкс пытается бороться, пытается забрать тавер, он понимает, что он умрет, Верхняя но башня тавер заберет, силкинга и это атакуют. хорошо. И да, Кстати, он он был мог бы близок. сейчас. Мне кажется, он мог бы сразу же убить меча, сделать 2000 и снести тавер, или ТП-шиться и ПКБ прожать. Но он решил и то, и другое, и получилось как бы только одно. Хочешь лучше, а получается, как всегда, достаточно стандартно. Кстати, Queen of Pain собрала себе Лингенсферу. В этой игре, правда, Линка смотрится очень неплохо, потому что все-таки нужно что-то иметь против Некра, а Некр постоянно будет стараться именно Queen of Pain из замеса Такой убирать. момент, то, что он будет снимать и эту линку при помощи Ротофотоса. Да, У все верно. Ротофотоса мы знаем, что нереальная совершенно ренжа, и дальше приходит контроль от Фиссуриста, от Шейкера, и там какие-нибудь хукшоты, еще что-то такое, и коса. Легко и просто. А И все. Тайдхантер тем временем приобретает себе все-таки блинк. Достаточно быстро цепанули у нас Сайленсера. Забавно, как-то долго он на самом деле здесь стоял. И Queen of Pain его здесь Тишина. убивает. Тут как раз именно Бейн, когда, наверное, вышел, смотрит Сайленсера один свет. Ну, говорит, ну ладно, раз стоишь, то может и убьем тогда. Центральную башню сил света Хотя они атакуют. шли пушить, как-то странно, он один остался. Хотя и Аегис, опять же, Я у них приму имелся, и Глобал твое имелся, и подношение. Хукшот. Ну, ошибки по Все позиционке практически. классические. Ох, Хукшот еще кулдаун не был. Как-то оставили именно сенсор героя, который прям должен не просто за спиной стоять, а за всеми спинами, потому что у него есть кнопка красная, примерно как у Дайда. Смотри, сейчас готовится 747-й соло убить Кейсера и... Да, блинкаут просто все. Хукшот просто пришел в SF, а не в КОПу, потому что позиционка для Клокверка была не лучшая. Он не мог там Он попасть, он же находился с другой стоял как раз стороны. под Да, ней, да. поэтому он бы... Ну, если бы Клок завязал форстав, типа, вот, например, в сторону, то он бы имел бы немного другой ракурс попадания хукшота, и теоретически говоря, он бы и хукшотил эту клопу. Там все равно достаточно сложный маневр, то есть, наверное, один из шести подобный маневр Нижнюю мог бы быть башню сил удачным, тьмы но атакуют. все равно не получилось. Бейн, кстати, на топе, пытается в леса уйти и такой: Верхняя «А-а-а, башня сил тьмы разрушена. парни!» Все, это же рот, он его нашел. ГГ. Для G4. Легкий подфит. Опять же, Бейна можно умирать. Главная проблема Бейна, на мой взгляд, это то, что он тупо не может нормально фармить. У него нет ни одного ESPLA, и он вот, ну, он, конечно же, не Нижнюю получает башню фарма сил на линии, тьмы потому что он атакуют. саппорт. Но после этого каждый уважающий себя саппорт может, например, быстро выфармивать линию. Ой-ой-ой, свифт, тэп-аут. Вот это хукшоты от Нои, боже мой, так красиво пролетел мимо всего, что только было. Сэндгейм все-таки погибнет. Конечно же. Величайшие два фрага для Данишбир за последние 2 минуты после отдачи Сайленсера. Так вот, что касается Бейна, соответственно, например, Shadow Shaman почему популярен в Китае? Потому что он выполняет несколько функций. Мало того, что он реально хороший контроль имеет, он имеет хорошую физуху и он имеет сплит-пуш, потому что он постоянно может шоками, подфармливая и одновременно пуша линии, за секунду их пробивать и прибегать к тавру, ставить серпинфорды и делать тэп-аут. Вообще, кстати, у меня, по-моему, весь Китай выглядел так. Типа, кто-то пикает себе Shadow Шамана и будет играть чисто через подходы в одиночество. Знаешь, там, типа, вся команда что-то там делает, фармит, сплитпушит, возможно, даже дерется, но Шаман просто как инвокер по КД на отдельной линии подходит к тавру, ставит серпент и улетает. Да, я, Их, и, кстати, на эти да, видела серпенты такое. прилетают, убивают серпенты, Шаман в этот момент на другой линии прибегает к тавру, ставит серпенты, улетает. И вот так по КД. Но зато у шамана, как у саппорта, появляются артефакты. Саппорта замечу пятой позиции, не четвертой. В отличие от Бейна, да, которому просто нереально фармить. Он не фармит ни леса, ни линии эффективно. И это очень-очень грустный персонаж, и поэтому он не вместе сейчас. А на топе в это время разбирается Queen of Pain вместе с Тайдхантером, с Шейкером, и еще проблемы могут быть Клокверка.
Клинкс подходит сюда. Некора, неплохой реведж от Тайдхантера. Глобал был дан слишком поздно, однако SF под БКБ начинает драться с Клинксом. Клинкс погибает от косы Некрофоса. Проблемы могут быть еще у Queen of Pain. У нее нет Лингетсфера, она дает на развороте ультимейт. Уходит буквально на 400 хп. Финсгрип от Пейна, в принципе, неплохой, и уже размен для них плюс. Притом, скорее всего, еще погибнет у нас и Некар под коп от Санкинга, буквально одну тычку сделает, но Queen of Pain боялась подойти, потому что она слишком накоцанная, но Некар погиб. И Бейн против Сайленсера в этот раз. Queen of Pain все-таки подошла, и они его убили. Размен 2 в 4, каким-то чудом Планет Дог выигрывает файт, убивает СФа, который умирает первый раз за 32 минуты, кстати. Непонятно, каким образом вот 747 умудрился на СФе вообще за 32 минуты ни разу не умереть против такого достаточно агрессивного, казалось бы, пика, но вот что есть, то есть. Короче, это называется реджанул, проиграл. В драках, если ты не используешь Global Silence до финсгриппа Бейна, то это как и в большинстве случаев. Это сейчас нам показали очень хорошо в Планет Доге. При том, что по голде они проигрывали в салат, да, то есть там типа, ну не в салат, но 5000 по голде они проигрывали, у противника было больше артефактов, у них намного больше артов именно на хорошую позиционку, у них достаточно перефармленный SF, у которого сейчас 17000, и до тимфайта он имел еще больше разницы с Клопой. Но, если ты прожимаешь Global Silence до финсгриппа, то приходит Бейн и дает любому твоему оппоненту по щам. Соответственно, с этим надо бороться при помощи там, каких-нибудь подстанов от Шейкера и тому подобное, как это все и так прекрасно понимают. Но у Планет Догов просто к концу файта осталось намного больше потенциала для того, чтобы вырубать лица, а Некрофос и компания потратили все, что у них есть, только в одного Клинкса. И тут такой вопрос, да, что тут два таргета для мейн-контроля — это Клинкс и Клопа. Если ты убиваешь Клопу, то Клинкс наносит дэмэдж. Если ты убиваешь Клинкса, то Клопа уносит дэмэдж. И Клопа в этом тимфайте вынесла нереальный объем совершенно. Там, что-то, нападение на Бейна. Джейфу, конечно, тут погибнет, но он слишком далеко зашел, скажем так. В это время, возможно, его команда попробует кого-то убить. И если кого-то можно и убить, то это может быть как раз Некар, который в миде показался, однако за спиной. У Некара стоит Клокверк, и знают об этом, потому что уже и ракетка, и спалился здесь Клокверк, в принципе, когда шел. Так, по поводу Queen of Pain. Линкенсфера, ветра... 4000 собирать себе Шиву, дабы быть как можно более верхнюю плотной. Тайдхантер 3000 сверху собирает себе Рефрешер. SF практически имеет бабочку, но на опережение также работают у нас и Клинкс, который уже собирает МКБ. Примерно, ну чуть может раньше бабочка появится у SF, если не учесть, что кто-то там кого убьет, конечно же. Я думаю, что здесь самый главный момент в Рошане. То есть сейчас тот, кто получит Рошана, тот, кто получит от него деньги, тот и быстрее выйдет в МКБ или бабочку, соответственно, да. СФом. Или парни просто будут отмалчиваться. Но вообще в данном сетапе, вот этой двойной инициации, которая имеется у обеих команд, надо по-хорошему сейчас проявлять вот именно свою силу, да, самим заезжать в файт, сжать смог и находить оппонента. Потому что тот, кто инициирует, тот в большинстве случаев здесь и выигрывает. Ну и что самое главное, да, Бейн должен подождать, не финсгрипить никого, подождать, когда пройдет глобал, когда его заезжает Райз, если он не выдержит, конечно. Или просто прикончить самого Райза и дальше пойти. На что касается Дэниш Бирса, нельзя повторять ошибки предыдущего файта под названием «запихивать все в одного оппонента». Потому что они в буквальном смысле все запихали. Проблема в том, да, что сейчас Тайдхантер прыгнет. Вот. Хорошо, зашло, ревейдж второй будет. Не нажать пока что, нет, потому не нажать, что маны нету. Не хватает маны на второй ревейдж, и это надо быстро Мидас делать минус СС. Мидас надо нажимать на Тайдхантере, срочно надо нажать Мидас, боже мой, Shadow Fiend, хороший, кстати, ульт на Бейна, точнее от Бейна. Красава, да. Второй все-таки ревейдж у нас пошел, это минус 3 от Planet Dog, погибает, конечно, здесь Бейн, но это минус 4. Разменяли одного Бейна на четверых героев команды Danish Beers, и Planet Dog очень близки, потому что, ну, они могут сейчас вообще сломать... Они выиграли уже, на самом деле. В файтах никто ничего не понимает, что делать у команды Бирсов. То есть, опять же, я говорил о том, что нужно самим инициировать. Инициировали Планет Доги, они выиграли. Все очень просто и легко. Это, ну,
то, как это должно было строиться. Но что касается самих парней, типа Жотана и так далее, просто не, ну, есть глобальный хаос и непонимание того, как надо строить позиционку в этом тимфайте, кого фокусить, кого нет. Отдача Global Silence до Фейсгрипа, опять же, таким образом похоронила SF, потому что SF все свое БКБ стоял в Фейсгрипе. Так не должно происходить, да, SF должен нажимать БКБ и давать дамаг, хоть какой-то. Таким образом, для того, чтобы сбить Фейсгрип, который на самом деле практически полностью прошел, да, который был там буквально оставалась секунда, использована была коса, понимаешь? Коса на Бейна. И то есть вы используете Глобал, вы используете косу, и все это чисто для того, чтобы прикончить Бейна, и он все равно использует ульту. Это жесть. Это жесть. Ну и, конечно, Ravage двойной, это очень сильное сейчас оружие. Оно просто пугает. И если сейчас Tidehunter выформит себе хотя бы один артефакт на снятие Global Silence, там, Yule, я не знаю, может быть, Guardian Griffs, может быть, что-то еще, а может быть, просто ничего не будет фармить, просто забьет на этот Global и переждет его, то там просто тотальная гиковица будет. Я, кстати, не поняла, почему он Грифсы изначально не купил против Silence. Потому что пайпа нужнее. Но все равно против Сайленсера это тоже согласен важно. Согласен с тобой, что это хорошая штука, но вот видишь, он решил, что против дэмэджа, а тут дэмэдж на самом деле магический, это самый главный дэмэдж, да, единственный, кто хорошо бьет с руки, это SF, и то его половина дэмэджа с уйты, с рейзов и так далее, это все физика, точнее, все магия. И то же самое касается Некрофоса и там подобное, и Эхо Слэма. Поэтому пайпа здесь must-have, она дает еще и кроме этого классный реген, поэтому грифсы это такое. Потом мидас важнее, потому что он дает тебе возможность выбора дальнейшего, да. И по факту за счет этого мидаса мы увидели рефрешер, который в данный момент пугает намного больше, чем физгриф, потому что именно для того, чтобы не дал Tidehunter второй Ravage, был заюзан Global Silence, который и на самом смоки деле должен быть сервисом. Посмотри, смоки от Danish Bears. Им, скорее всего, они найдут Бэйна. А, он увидел, кидает на себя Glimmer Cape. Мантит, пошел. Все, смоки были использованы в пустоту, даже Бейн выживает в итоге. МКБ еще не появилось, кстати, у Клинкса, но у него оно очень близко. Тут остается буквально 2000 есть уже, 1000 золота остается до МКБ. И еще, кстати, Queen of Pain у нас сплитит, Шейкер улетает, Некор улетает. Нужно попробовать кого-то убить, кто не улетел. И не улетел у нас как раз Сайленсер, которому телепорт сбивает ветрами Queen of Pain. Конечно же, погибнет здесь Сайленсер, зарабатывает 258 золота за него Sun King. Ну а что, и ему тоже нужно что-то иметь. Кстати, у Sun King уже появляется Lotus Orb. И сейчас, понимая, что 40 секунд нет глобала, можно использовать этот момент для того, чтобы забрать Рошана. Что планируется? Дох и делают. Наконец-то они принимают правильно, на самом деле, никакого чейза, никуда там не идти, не пытаться сделать фраги, кидают клокверк ракетки. Тайдхантеру надо очень... Ох. Тот самый момент, когда ты сидишь в лесу, а мимо тебя прилетает ракета и тебя видно. Так, Тайдхантер, хороший ревэдж, но БКБ в этот момент поражал СФ, а рефрешер есть? Есть рефрешер, Тайдхантер все еще может его нажать и дать второй ревэдж, тем временем Клакверка забивает до смерти, Клинкс теряет Аегис, выкупает ССК, второй ревэдж, и вот теперь у СФа полная глобальная вообще печалька. Хотя Бэйн все еще, кстати, не связал Фейсгрип, но у него нет маны на Фейсгрип в этом тимфайте. Что? Боже. Бэйн жил на протяжении всего этого времени, при этом всем прожил Global Silence, но у него тупо не было маны на то, чтобы дать свою ульту. Хотя не факт, что это что-либо изменило. Клинкс двойную смерть нам показал. Ну и хорошая, кстати, инициация от Хестажротной компании, очень грамотные действия от Шейкера. И что самое главное, да, позиционка СК просто, ну, в самом начале он отдается, и он уже не может помочь своей команде. Кстати, Лотус один, точнее, самый лучший артефакт против Сайленсера, потому что ты можешь выбирать, с кого снимать Сайленс. И в этом случае, да, если, например, Фейсгрип потрачен, то ты снимаешь Сайленс с Тайдхантера, чтобы он прожал рефрешер и нажал второй ульт. Либо, соответственно, этим нажимаешь его на Бейна, и тогда даешь ему Фейсгрип. На мид тем временем собирается на 7-4-7, зашел на Тавр, Тавр снесли, Ворл Страйк от Милана, Фиссур ответный от Хестажеротана, Тайдхантер походу сдохнет, да? Нет? Пайп он прожимает. Он все еще жил. Да, красиво, под красиво Шрайном там будет жить он достаточно долго. 15 секунд до появления Бонфлетчера. У него нет, у него есть байбек, но тратить его до последних 8 секунд не хочется. Сам Кинг прыгать, никого не подкап. Никого он не подкапывает. Так, хорошо. Барак забрали.
барак забрали, и что теперь? Казалось, Планетдог, забираем Рошана, все у нас хорошо, и тут на тебе, на развороте, как говорится. Орчит приобретает себе Queen of Pain, приобретает, видимо, хочет купить Блуторн, Майлшторм дальше, Мьёлнир, тут вариантов у него очень и очень много. Шейкер приобретает Shadow Blade, 23 на 26 счет, небольшое преимущество у Danish Bears, вот как раз за счет того, что они забрали Тавр и Барак, но это еще далеко не конец. Да, ну как мы видим, здесь просто пара-тройка ошибок решает практически все, что происходит. Смачок от Клокверка. Залетает Денис Бирс. Притом ошибки от одной и другой команды. Они ошибают. Да. Мне иногда даже кажется, знаешь, что они по очереди это делают, чтобы дать шанс друг другу. Да нет, на самом деле, конечно, слишком просто много вещей происходит, и порой очень сложно все высчитывать, грамотно нажимать кнопки и так далее. Это же, ну, все-таки, правда, не самый сильный регион. И мы видим, что это миксы играют, надо это примерно так воспринимать. То есть, ну да. Ой-ой-ой, пошел бы Рострайк на Тотенфлинт. Да, у него все еще имеется нереальное количество ресурсов, чтобы ответить. Ревейдж первый пошел, Глобал сразу же в ответ. Тот Райза, если второй Ревейдж, второго Ревейджа нет, но СФа забрили. Очень-очень много в него вложили сейчас дэмэджа. Но я при помощи хукшотов улетает. Тем временем Райз поднимается. Куда он поднимается? Прямиком в таверну он очень обидно. Отлетает. Очень обидно. Мило не попадал по копам. Он, я так мило не видела его. А если бы сейчас сбили еще некру телепорт, тогда Планетдог очень много поп получили. А так они, ну, забрали там того же самого СФа, неприятно, но тем не менее СФ Сайленсер это еще не, ну, ладно, там у СФа байбек есть. Просто принятие решений, зачем идти на ХГ? То есть китайцы бы, вот любые китайцы, даже самые-самые низменные, даже последнее место в групповой стадии, там Team Max, например, они бы просто с перефармом в 1000 голды на 43-й минуте заходить без Аегиса никто бы не стал. То есть они бы просто ходили, фармили, получали бы следующие артефакты, старались бы, ну, в смысле, подождали бы Рошана, на Рошане подрались бы, и вот от этого Рошана уже зависело бы, заходят они на хайграунд или нет. Но без Аегиса просто в тупую танкую СФом, танковать СФом это вообще не самая лучшая идея в этом мире, да, я прекрасно понимаю то, что у него есть ПКБ, и что он более-менее самый жирный персонаж, здесь там 3800 у него, например, ХП, по сравнению с Некрофосом, это самый ближайший от него персонаж, 2,5, и вроде как и какой-то есть, ну, бабочка, например, да, все это доджит, но мы видим то, что его все равно убивают, и контринициация в виде Шейкера и Клокверка не работает в том случае, если у вас летает Тайдхантер, который дает двойной ревич. Ну, в случае с файтом на боте одинарный, но все равно. Очень-очень странное решение, то есть это не тот перефарм, не тот сетап, который нужен для того, чтобы заходить на ХГ, если противник пятером его дефает. А еще мне написал чувак с никнеймом StarladderBot в личку, чтобы его разбанил на канале основном. Это очень интересная информация, и нападение от Queen of Pain на Сайленсера. Прыгает сюда еще, конечно же, Sun King, станчик попадает, ну и Финс Грип от Бейна, если Глобал, Глобал будет вот-вот, Глобал от Сайленсера, Финс Грип сбивает, однако Некор уже очень подкоцанный, ультимейт, Queen of Pain, Некор отправляется в таверну, и Ravage Tidehunter будет буквально через пару секунд, очень хоть нужно его сейчас дать, потому что это может быть... Последний замес. Минус еще и Шейкер. Выживает только СФ вместе с Клокверком. Есть у них некробайбэк, но знаешь, что самое неприятное? Что они не потратили ни одного Рэвиджа. Да. И на самом деле, Глобала очень круто. Знаешь, почему они его не потратили? Потому что Шейкер молодец. Эссажерот, он единственный игрок, который здесь был и в правильной позиции, и очень круто контронициировал с блинка, влетел, дал эхо-слэм по троим. Да, там может быть не миллиард дэмэджа, но все равно контроль отдал очень хороший. Просто он к этому моменту он уже потерял и Сайленсера, и Некрофоса. Некрофос, кроме этого, не успел отдать косу. Коса, соответственно, с этим никого не раздамажила. И КПД этих двух персонажей составил примерно 0. Но, может быть, Сайленсер, да, немножко лучше умер. Он успел все-таки дать глобал свой, которым немножечко усугубил состояние Планетдогов. Так, заходит у нас Свирт, раздамаживает один тавр. Падает барак, второй барак сейчас тоже упадет.
Ну и вот он хукшот, ревенч пошел, ревенч второй пошел, много боли, много дэмэджа. Шадоукинг, правда, все это время Бэтмен Визи начинает атаковать, прожимает ульту, дэмэджа довольно-таки мало. Джейфо вешает сам на себя пакет, чтобы засейвиться. Тем временем Райс приходит и говорит: пацаны, давайте бейте меня, пожалуйста. Вместо Сефа убили его, Милан подкопал Сефа, подняли его на Юла, но добивать его не будут. 7-4-7 уйдет обратно на хайграунд, но к этому моменту он теряет снова Некрофоса и теряет снова Сайленсера. До свидания, Бараки, до свидания, все, и привет, Мегафитер. Как вы понимаете, Некр сделал байбек, и его убили уже после. СФ, ну, СФ должен как-то что-то придумывать, а что только придумать, понимает его ветра. Тут еще драка, тут еще драка. А где Клинкс? Клинкс пошел крипа жрать. Боже, ладно, подождите, Бороу страйк на СФа. Клинскрип хороший на Клокверка. До свидания, Клокверк. Сдуло Квапа, сейчас 7-4-7 будет очень много дамаги получать, простанулся. Ушел в инвиз. Хорошо, но это, но самое главное, что, что он оставил бараки для Свифта, который раздамажил один. И рейнджевый упадет, не упадет, непонятно. Ладно, в любом случае, парни из планетогов пойдут на ботом. Байбек от Клокверков. Есть чем цеплять. Клок зайдет, но все еще нет Некрофоса, все еще, соответственно, с этим нет косы. Тем временем прилетают у нас Салвейшены. Свифт их пьет. Свифт подхилился до 1000 хп. Ну, конечно, тут интересный маневр был от Свифта. С одной стороны, ну, Клинкзу реально нужен крип. С другой стороны, у тебя есть выбор между тем, чтобы стоять и совершенно спокойно дамажить товара, пока никто не подошел, а ты бежишь от своей команды и ищешь крипцов. Ну, вот, ну, казалось бы, сейчас Planetdog столько денег заработали, ты просто посмотри, плюс 19 тысяч золота, там у Tidehunter больше золота стало, чем у того же Некра, у него 4 тысячи сверху. Я не знаю, тут Хекс купит себе либо что-то в этом духе, но Бейн, даже Бейн уже себе что-то купит, это тоже на самом деле немаловажно. Сан Кинг что-то себе купит, но в любом случае это 20 тысяч, и голые два барака осталось, но тут также стороны нет, поэтому пока преимущество в одной стороне у команды, в одну сторону у команды Planetdog. Так, кстати, слушайте, что-то давно не подфитонивали, ну, надо тут, скорее всего, Сан Кинга добить уже. Хорошо, Сан Кинга добили, 100 секунд без него. Ну, байбек есть. Ну, есть байбек, так что ничего страшного вообще не произошло сейчас для Planetdog'ов. Рошана тоже не потеряют, Рошан через 2 минуты только появится, так что СК уже 1000 раз успеет выйти из таверны. Не повезло немножко бирсам в этом вопросе. Ну, благо, мег-крипов хотя бы нету. Уже есть хоть какой-то позитив, потому что я думал, что уже все, и мега-крипы придут, но не пришли. Так что шансы есть еще у Дэниш Бирсов, это все еще не ГГ, все еще можно попробовать максимально что-либо сделать. Кстати, интересный артефакт для Некра с точки зрения Аганима. Нет, все прекрасно понятно, потому что это дефолт совершенно, но сколько кос успевает отдать Некрофос за время тимфайта? И за последние 2 тимфайта я насчитал 0. Так что такое себе Аганим, честно говоря. Тоже, тоже верно. Ну и... Так, 747 у нас. Погиб за игру 3 раза. Да, тоже решил себе сделать Бутторена, Сильвер Эдж, Пика, БКБ, Бабочка. Слоты хорошие, 4000 золота у него имеется. Некор, Некор БКБ собирает. Даже Хоквека тут уже, Алибарда, Форстаф имеется. Сайленсер, Ксулар Крест. Поэтому следующий Кнофейн Бёмнер сейчас приобретет. Да, кстати, Хекс уже есть у Тайдхантера. Очень хорошие слоты. И вот когда мы с тобой шутили по поводу Мидаса, мы сказали, что мы и правда шутили, он оказался реально в плюс. Потому что слоты появились у него очень хорошие. И вот тот сам Рефрешер, считай, помог команде получить доминацию на карте. И опять же, они вот убили когда здесь героев. Здорово синициировал там Тайдхантер, большой молодец. Свою, вообще вот в команде Planetdog мне, если так говорить, очень нравится, как он отыгрывает, потому что очень многие моменты, замесы выигрываются благодаря именно его инициации. Я уже говорила, что он очень хорошо на Dark Сирии сыграл, поэтому его и забанили Даниш Бирс на второй бан. Ну, в своей команде он молодец, редко можно сейчас... Так, влет, Ревич сейчас будет по двоим, нормально зашло, минус Клокверк, минус Сайленсер, Соник Вейв сверху, хиксанули Некрофоса, он вообще ничего сделать не может. Хорошая ответка от Кастажирота на Эхо Слэм под
двоим прикончили. Тайдхантера тот сразу же выкупается. Клинкс в БКБ получает по щам. 98 секунд соперник. Кейзер тем временем вместе с Милоном раздамаживает Shadow Fiend'а через эпицентр. У него остается 700 хп. Он продолжает сражаться против Кейзера. Но Кейзер здесь выигрывает это даблкил от Queen of Pain в этом тимфайте. Байбэк от Эсэпа, от Шейкера. Продолжение сражения против Милона и Джейфо. Джейфо отойдет отсюда, наверное, потому что потеря гема не того, точнее того не стоит. Это же Ротен бежит. Хороший байт. Тайдхантер влетает. Еще один рэвидж, только уже теперь по троим. Если же Ротен погибнет, наверное, тем временем 7-4-7 пытается с последних сил раздамажить Кейзера, в которого вкинули косу. Вторая коса от Эйса ничего здесь особо не дает. Да, убили Квапу, но она сразу же байбекается. Это тим вайп. Я бы сказал, тройной, наверное, тим вайп. Там еще было байбеков 3 или 4. И это GG в пользу Планетдогов в окончании этой замечательной карты. 51 минута потребовалось Планетдогам, чтобы доказать то, что они способны выходить в гранд-финал противостояния в европейском плей-оффе. Вау, ну что же, сразу хочется отметить, Планетдог огромные молодцы, они смогли, все игры очень жесткие были и переворачивали и с одной стороны, и с другой стороны, мне очень понравилось, как себя вообще, ну то есть там реально, и опять же, мы говорили, Queen of Pain против SF отстояли примерно одинаково, на топе размены были, но очень потом инициативу взял в руки Clockwork и очень много сделал для Danish Beers, и они, в принципе, и начали лидировать. Но как только появляется Рафаэль